Добрый день, с вами Елена Стрянч. Сегодня у нас с вами очередная распаковка. Мне пришли 3 посылочки. Я сейчас их быстро распакую и вам покажу уже конкретно, что мне пришло. Итак, я уже все распаковала. Начнем мы, наверное, с безворсовых салфеточек. Заказала себе безворсовые салфетки Expert Touch. Посмотрите, они, в принципе, почти похожи на те, которые я брала в магазине просто. Таким образом они выглядят. Сейчас посмотрим по наполненности. Ну, не совсем, смотрите, она забита полностью. Сейчас посмотрим вторую. Да, они не полностью заполнены. Ну, в принципе, их цена была чуть больше 100 рублей, на самом деле. Заявлено 325 штук, я их пересчитывать не буду. Потому что цена для таких салфеточек очень даже бюджетная. К сожалению, я сейчас посмотрела у продавца. Больше этого товара, вот именно этих салфеточек, нет. Но я думаю, не проблема найти эти салфетки на сайте AliExpress. Следующая посылочка. Это вот такая вот. Кстати, салфетки шли чуть больше месяца. И продавец разделил там посылку. Первое, что я себе взяла, это вот такие вот блесточки. У продавца заявлены они как пигмент. То есть, что их можно каким-то образом втирать. Мы обязательно с вами попробуем. Так, цвет очень красивый, такой голографические блестки. Посмотрим, насколько они мелкие. Нет, они ощущаются, но ощущаются практически как пигмент, который Бонбрити пигмент голографический. Обязательно мы попробуем эти блестки. В принципе, их достаточно. Для себя, я думаю, очень даже неплохо использовать где-то в дизайнах. Вот эту штучку я очень хотела. Это так называемый мармелад. Я видела с ним дизайны, как делали, и наносили, чтобы была именно крошка, и даже кто-то втирал. Очень мелкая крошка, тут прям такой красивый цвет, тут желтые такие и сиренево-розовые. Тоже попробуем обязательно, какой эффект вообще с ними получается. У меня уже есть небольшие задумочки по поводу маникюра с таким мармеладом. Вот на это все оставлю ссылку. По поводу, кстати, 28 марта, которая будет распродажа, у этого продавца действительно будет цена чуть ниже. И также осталась бесплатная доставка. Товар весь шел тоже чуть больше месяца. Так, мифубики. У них красивых разных здесь цветов. Смотрите, все переливаются. Тут и черные, и красные, и золотистые. И разных размеров. И такие достаточно тонкие. Попробуем обязательно с ними что-нибудь сделать. Я видела очень много дизайнов с такими вот камефубиками. Интересно получается, очень оживляет маникюр. Так, и последнее, что пришло, это... Вот сейчас на нее я смотрю, есть какой-то небольшой перламутр. Вообще, я заказывала красный цвет. Но отдаёт чем-то розовым. Очень мелкий помол такой. Я думаю, что она должна втираться на топ без липкого слоя. Ее достаточно здесь много. Ничего не просыпалось с того, что мне пришло. В стирке шли 2 спонжика. И упакована была отдельно в такой пакетик Nail Art. Ссылки обязательно вот на это все оставлю. Так, и то, что я очень ждала. Это 2 большие пластинки такие. И лаки для стемпинга Cuts. Причем лаки для стемпинга были упакованы тоже в отдельный такой пакетик. То есть пластинки лежали 2 и отдельно были упакованы лаки для стемпинга. Это обычно желтый цвет, матовый, ярко-желтый. Кстати, у Кацевы есть такой еще цвет светло-желтый. Мы обязательно с вами протестируем. Вот здесь вообще, кстати, ничего не написано, здесь написано Кац. Тоже просмотрела у этого именно продавца. У него будут чуть дешевле эти лаки для стемпинга 28 марта. Вот этот цвет, он какой-то нереально красивый.
он оранжевый с шиммером чуть-чуть, но при этом настолько плотный. Видите, он прям тянется. Кстати, бутылечек наполовину заполнен. Ну, мы попробуем. Мне прям было очень интересно. И таких лаков для снэмпинга цветов у меня не было, поэтому заказала. И теперь пластинки наши. Смотрите, первая пластинка – это он. Здесь все рисунки, даже не знаю, как, вот так лучше видно, мне кажется, в зеркальном отражении. Кроме некоторых, которые можно использовать на все просто пальчики. И еще одна пластина. Это пластина С. Мы обязательно попробуем вот эти две пластиночки. Обязательно попробуем КАЦ. Вот этот вот товар у меня отслеживался полностью. То есть я знала, где он находится. Но очень долго он почему-то у нас пробыл на таможне. А потом как-то еще там на почте какой-то задержался. Но пришел в Россию достаточно быстро, кстати. Обязательно, я думаю, следующее видео это будет как раз вот тестирование этих пластин. Протестируем КАЦ. Безумно красивый оранжевый цвет с шиммером. Причем он и яркий, и настолько вроде спокойный. Не знаю, мне очень нравится. Вот такие вот покупочки у нас сегодня были. Вот на это ссылку не оставлю. Кстати, по поводу пластин КАЦ, вот этих вот больших. Если на лаки для стемпинга у них действительно будет небольшая, но все-таки скидка, то на эти пластины они сейчас завысили цену практически в два раза. То есть они сейчас стоят без всяких скидок 500 рублей, 500 с чем-то даже, по-моему. А вот 28 марта они будут в такую же цену, за которую я их заказывала. Я заказывала одну пластину за 282 рубля. Ну, то есть, как бы, на пластины явно скидки не будет, а вот на КАЦ будет. Там с 10 рублей, но все равно будет скидка. Я надеюсь, мое видео было для вас полезным и интересным. Ссылочки на все, кроме вот этих вот салфеточек, я оставлю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте мое видео, мне это очень важно. До новых встреч!